что за улыбка на лице? Ну, во-первых, спасибо маме, что сегодня с утра меня разбудила. Вот, и я просто с Пашей тренировался на этой неделе. Мы с ним поотрабатывали много штрафных, поменяли тактику. Вот. Теперь у нас играет одна молодежь. Вот. Как игра сегодня? Ну, игра, да, будем нулевать. Играли 5 очков за 30 минут. Ну да, даже в третьей четверти у нас был, короче, провал 15-0. Вот, потом я взял тайм-аут, мы сразу 10 очков забили, то есть 15-10 было. Вот. Надо форсировать, короче, игру, смотреть как. Я буду пересматривать эту игру, изучать, как делать, показывать, точнее, как делать степ-бэки, флоутеры. Мы флоутеры делать не умеем. Спасибо.